Музыкальный анекдот. На съем сразу. Я ржал вообще. Заходит барышня в зоомагазин. И, значит, смотрит там всякие там зверушки, корма там. И три клетки с попугаями. Один 5 тысяч, второй 10 тысяч, третий 15 тысяч. Она типа, а что так дорого? Он говорит, потому что первый попугай, типа, может спеть симфонию седьмую Шостаковича. Нота в ноту вообще-то, ну ничего себе. А второй что, типа, 10? Ну потому что он мало того, что может спеть седьмую симфонию Шостаковича, он еще поет ее голосом Робертино Лоретти. Ну типа, вообще офигеть. А третий что, 15? Ну, если честно, мы его ни разу не слышали, но вот эти два попугая называют его маэстро. Маэстро. Чувак, там ложе сидит, наверное, да? Надо мне рассказать, Юричу. Это вырежу обязательно. Последнее. Еще один анекдот, знаете, про филармонию, симфонический оркестр. Вот. Дирижер, значит, там 15 минут до начала концерта. Бегает дирижер в панике, ломает палочку на нервах, идет свой парик, короче, пропала первая скрипка, вот нету скрипача, что делать, а тут уже все, надо играть. Администратор подходит и говорит, да вы успокойтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы знаете, вот у нас через дорогу от филармонии есть гендель, короче, мы после всех ваших мероприятий там вот, закладываем, короче. Так вот, я к чему говорю, что там и скрипач лапу. Короче, абсолютник, с абсолютным слухом, на слух там любую мелодию, все не богаешь, но все играет, короче. Вот. Что, звать, не звать? Говорит, конечно, зови, горим, горим. Призывает этого чувака, садят, дают ему денег. Начинается концерт, дирижер, значит, дает отмашечку. Вступление первой скрипки, и первая скрипка не вступает, короче. Он такой тихонечко, ну, молодой человек, почему же вы не вступили? Там же... Ваши ноты, типа, партия, вы же сейчас играют, ну, играть, ваша партия, все. Он говорит, вы знаете, дело в том, что я... Абсолютно, у меня абсолютный слух. Я на слух любую мелодию подберу, но нот я не знаю. Слухач, да, хорошо слышу, да. Пошел на! Это не вырезать, нет? Конечно. У нас еще есть один парень. Есть еще один анекдот. Он все знает дирижера. Умер один знаменитый дирижер. Ну, настолько гениальный, но у всех была мысль только одна на них. Голове. Как он так гениально мог дирижировать? Он выходил на сцену, доставал что-то из внутреннего кармана, смотрел в эту записывальность, обсмотрел всех сидящих в оркестре и начинал гениально дирижировать. Все думали, блин, что ж там за бумажка? Похоронили, хоронят его в этом костюме, ну там кто-то такой из... Скриптайну, ребята, уже открыть! Дирижённый такой подошел там. Целует там его, там, случайно достал из правого кармана, всех позвал после панихиды, толпа собралась, открывает бумажку, там написано «Духовики». Скрипки слева, виолончели справа. Духовики слева, скрипки справа.